Круглый стол прошел в торгово-промышленной палате курорта. Его провели в рамках всероссийской интерактивной акции, приуроченной к ежегодно отмечаемому 9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией. Сегодня на площадке торгово-промышленной палаты города Сочи присутствуют и предприниматели, и представители естественных монополий, таких как «Водоканал», «Энергосбыт» и многих других компаний, которые являются активными участниками бизнес-рынка. Участники мероприятия присоединились к видеоконференции, которая прошла в Москве. В ее ходе подвели итоги опроса нескольких тысяч предпринимателей по всей стране в рамках проекта «Бизнес-барометр коррупции». Было отмечено, что крайне важно создать понятные и честные правила для ведения бизнеса. Одна из мер – сокращение количества бумаг, разрешений, подаваемых не в электронном виде. Предприниматель у нас является объектом и субъектом в этой борьбе, потому что зачастую коррупционные составляющие, коррупционные действия, они происходят между представителями власти или иными представителями и предпринимателями в связи с тем, что возникает какой-то определенный конфликт интересов и личная заинтересованность. По итогам работы круглого стола и участия в видеоконференции предприниматели получат соответствующие сертификаты. Основные причины этого явления отмечают в ТПП России: противоречивое законодательство, отсутствие правовой культуры, а также особенности менталитета.